Вот здесь, в этом театре Маяковского, и состоялась премьера моей пьесы «Беседы с Сократом». 6 лет не разрешали пьесу, и, как говорил греческий философ, греки как женщины, их тянет к запретному. И зал был переполнен. В первых рядах сидел министр финансов, глава Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и прочие министры, все с семьями. Много сидело тогдашних властителей. А я стоял на балконе и ждал его. Он появился в зале, когда уже гасили свет. 3-й звонок был, и он пошел между рядами. Тогда еще никто не знал его лица, но те в первых рядах, власть имеющие, они-то хорошо знали. И мне мучительно было интересно, что же сейчас случится. Вот так началось это представление в зале перед представлением на сцене. И оба этих спектакля придумал я. «Беседы с Сократом» – это пьеса, да, о Сократе. История Сократа, ну что, это известная история. Сначала убивают открывающего истину, потом привыкают к ней, а потом говорят, а это всем давно известно. Это частый путь истины. Сократ, в этой истории есть, конечно, парадокс. Он ведь не записал ни одной своей мысли. Он не издал ни одной своей книги. И вот уже 2500 лет человечество повторяет его мысли, и он, Сократ, считается символом философа. Он ходил по Афинам, нищий философ, такой философ-бомж, и приставал к грекам с вопросами. В результате этих вопросов они должны были понять истину, что вот эти очень сладкие вещи, ну, участвовать в народном собрании, речи в народном собрании, любимое занятие афинян – участвовать в заговорах, забота о теле. Все это, в общем-то, не добро, это зло. А вещи, ну, к которым афиняне были, естественно, равнодушны, ну, типа заботы о разуме и о душе, вот это и есть добро. Но это не вызывало, видимо, восхищения у народа. И когда Аристофан написал комедию о Сократе, с каким восторгом ее смотрели афиняне, ну еще бы осмеять мудреца, и как любят люди уходить в смех от мучительных мыслей. Ну и власти, естественно, тоже не с добром к нему относились. Когда его ученик, олигарх Критий, пришел к власти, то вместе с остальными олигархами он тотчас заключил Сократа в тюрьму. Но потом олигархов прогнали, к власти пришли противники олигархов, и они тотчас приговорили Сократа к смерти. И речи Сократа на суде, они дошли до нас в изложении уже ученика его Платона. Он обращался к афинянам, и он говорил им: «Я жил среди вас, как овод, который пристает к коню, к очень благородному, но уже очень обленившемуся коню. Это опасное занятие – беспокоить тучное животное, потому что конь, проснувшись, просто хвостом однажды пришибет этого надоедливого овода. Не делайте так, афиняне. Уверяю вас, другого овода вы не скоро найдете, потому что получаю-то я за эту работу только одну же плату. Вы же знаете мою бедность и вашу ненависть». Ну, а потом, когда его осудили, его приговорили просить самому наказания у афинского народа. Так было по церемониалу.
И он им сказал, какое наказание я назначил бы себе за свою жизнь. Я кормил бы себя бесплатными обедами, как кормите вы победителей на Олимпийских играх, потому что те, кто скачут и бегают, поверьте, дают вам мнимое наслаждение. Я же давал подлинное. Они повара, а я врач. Но как часто, сограждане, мы предпочитаем повара, лезущего к нам со сладкими, но очень вредными явствами. Суровой истине искусство врача. И они приговорили Сократа к смерти. И после этой смерти и начинается его бессмертие. Почему я написал эту пьесу? Ну, я считал ее очень полезной. Почему? Ну, для этого, мне казалось, была очень серьезная причина. Вот есть такой миф о том, что первое большевистское правительство, такие недоучки, которые пришли к власти, это совсем не так. Первое большевистское правительство, это были интеллектуалы в основном. Ну, Владимир Ильич Ленин, это же великий радикал, разве сравнить его с каким-нибудь царским премьером Штюрмером или этим Ромали дряхлым Голицыным? Да что вы, это же мозг был. А там, если взять всех остальных, этот блистательный Троцкий, читающий на заседании Политбюро французские романы в оригинале, или Красин, великолепный этот инженер, который востребован был, наверное, всеми знаменитыми фирмами Европы, Четерин, потомок Нарышкиных, или Минжинский, даже пришедший после, этот сибарит, читавший в подлиннике Омар Хайяма и персидских классиков. И, наконец, ну, там сам Бухарин. Бухарин, которого Ромен Ролан назвал человеком гениальнейшим. Это все интеллектуалы. Есть еще другой миф о том, что сразу после революции, ну, главный интеллектуальный запас страны, он эмигрировал. Это тоже миф. Да что вы, в стране в это время было много гениев. Там, если называть наобум, Флоренский, так, Мейерхольд, Ахматова, Пастернак, Станиславский, Лосев, Бахтин. А философ? Какие философы вначале жили там, от Бердяева и так далее, а какие экономисты, Чаянов. И читайте Валентинова, это были огромные умы, это был огромный интеллектуальный запас страны, который очень во многом часть из них приветствовала большевиков, потому что была тяга к эксперименту. Как говорил Достоевский, если русскому школьнику дать карту звездного неба, он ее моментально исправит. Ну а что было дальше? Ну а дальше была великая идея большевиков. Была идея о том, что Россия – это только начало, должна быть всемирная революция, надо превратить эту страну в крепость, откуда мировой пролетариат и завоюет мир. Но для этого эти интеллигенты, этот интеллектуальный запас мешал. И началось, как сказал Владимир Ильич Ленин, «очистим Россию надолго». И как сказал Бухарин, Бухарин, этот мыслитель, нужно организованное понижение культуры. И сделали. И уже к пристани города Штеттина причалил пароход, и на фурах, запряженных лошадьми, они потащили свой скарб по улицам маленького города. Эти 160 человек, высланных из России, этот цвет русской философской мысли. За этими фурами шли Лоский, Бердяев, Кизеветер, князь Трубецкой и так далее. А кого не вышлют, ну, уже во времена Иосифа Виссарионовича, там уже усмирят, кого пулей, кого в лагерях, и наступит это всеобщее молчание интеллигенции, наступит эта легальная тюрьма для остальных. И поднявший меч погибнет от меча. И то, что сказал Бухарин
об организованном понижении культуры, прежде всего коснется самой верхушки большевиков. Там же уже скоро никого не останется. Уже в 30-х годах, как символ, выгнанный из активной жизни Чичерин и Минжинский, будут сидеть в комнате и молча слушать Моцарта часами. Вот все, что им будет оставаться, молча, потому что даже стены говорили. И придет новое правительство, результат этого организованного понижения культуры. Там будет луганский слесарь Клим Ворошилов, там будет сапожник Каганович, и уже вскоре Ольга Бергольц, поэтесса, слушая речь одного из министров культуры, воскликнет: это знаменитое свершилось, кухарка научилась управлять государством. Вот так появятся эти с трудом шевелящие языком вожди. Вот так непросвещенность в стране станет синонимом лояльности. И поэтому я считал, что это необходимо. Вот вывести на сцену этого философа, боготворившего разум, чтобы со сцены, вот с этой сцены, раздались рассуждения Сократа, его знаменитые беседы в поисках истины. Еще там была вторая тема, мне очень интересная. Есть еще один миф о вечной справедливости народа, о том, что глаз народа – глаз Божий. Ну что вы, как часто верна совсем иная пословица: глаз народа и Христа распял. Сколько раз это происходило в истории человечества, сколько раз можно было повторить эти евангельские слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе». Вот часто история взаимоотношений народа и провидца. И это тоже было одной из тем пьес об афинском народе, уничтожившем, пославшем на смерть своего главного моралиста. Ну, а далее я пришел вот в этот театр и прочел пьесу. Прекрасно приняли ее в театре. Играть Сократа должен был Армен Джигарханян. Тогда он был очень молод, и это беспокоило. Никто не знал, что 6 лет не будут разрешать пьесу. 6 лет непрерывно будут идти эти репетиции, и когда разрешат, он будет уже совсем годиться. Лет я вел философские беседы в Московском управлении культуры. Когда я пришел туда, то чиновник сказал мне: «Ну, вы же понимаете, о ком вы написали пьесу?» Выяснилось, что, оказывается, я написал эту пьесу о писателе Солженицыне. На лице моем было, видимо, такое изумление, потому что я написал пьесу о Сократе. Я понял, что этот человек болен некоторым эгоцентризмом. Он почему-то думает, что пророков преследовали только в этой стране. Правда, когда я начал только ему это объяснять, я понял, что это объяснять не нужно. И закончил очень простым объяснением. Я объяснил, что человек я не смелый, и это правда, и написал действительно пьесу о Сократе. И что Сократ, он же был любимый философ Маркса. Это как-то его ободрило, но он мне сказал: «Вы понимаете, есть момент субъективный, о чем вы написали пьесу, есть момент объективный, как она будет звучать. Поверьте, милый, сейчас не время. Давайте немножко, как он сказал, годить, любимое слово из Салтыкова-Щедрина. Мы немножко подождем. Вот сейчас вся эта история с писателем
Но закончится, и все будет хорошо. История с писателем действительно вскоре закончилась. И я пришел к нему, и на лице его было страдание, потому что началась в это время другая история, уже с академиком Сахаровым, который, ну, абсолютно подходил под Сократа, и он мне сказал: нам надо продолжать спасать пьесу. Давайте еще немножко годить. И так бы мы годили вечно. Но в России замечательная пословица. Не было бы счастья. Да несчастье помогло. На другие языки она переводится трудно, но у нас правда. В это время Анатолий Васильевич Фрос поставил в театре Моссовета пьесу Турбаза. Ну, играли все эти великие: Блят, Терехова Маргарита, Ниолова, которая тогда была в театре Моссовета, Савина, конечно, Леонид Марков, там можно перечислять, это был великолепный состав. И вот на сцене, перед зрителем, и появился этот монастырь, превращенный в турбазу. Обезглавленные колокольни, это кладбище, которое сделали волейбольной площадкой, этот братский корпус, в котором поселились ткачихи, и музыка этого места, то бишь голоса галок, голоса грачей, слетающих с колоколен. Это кар-кар. Есть такая фраза у Толерана о чиновнике в деспотическом государстве. Он замечательно говорил: чем меньше в нем рвения, тем больше от него пользы. И на мою беду и на беду Анатолия Васильевича Ефроса, и, как выяснится, на его собственную беду этого чиновника, такой появился. Такой появился. Это был секретарь городского комитета партии по идеологии, назовем его товарищ Я. Я избегаю имен, потому что, ну, люди меняются, ну что сейчас. И он понял, что вот сейчас, когда в этот момент Александр Саич Солженицын был выслан из страны, как-то идеологическая жизнь начала затухать. И вот неплохо бы ее взбодрить. Но для этого нужен был какой-то вот такой очень яркий пример. И он узнал, что такой яркий пример существует. В образцовом театре, на образцовой сцене поставили совсем не образцовую явно пьесу. И вскоре я узнал, что все идеологи Московского городского комитета партии прибудут на наш спектакль. Помню, я позвонил директору театра Лосеву, и он сказал: съезжаются, пушки нацелены на театр. Он еще острил. И они приехали. Юрий Александрович Завадский, который, он был человек очаровательно наивный. Он всерьез изучал, например, марксизм-ленинизм. И помню, однажды ночью он меня разбудил торжествующим криком. Было 1:30. Он сказал: я все понял. Вы думаете, что Ленин сказал, искусство должно быть понятно народу, да? Вы думаете, этот лозунг же у нас всюду висит? Ничего подобного. Я прочел в оригинале, сказал он, там написано: искусство должно быть понято народом. Это говорил человек за 70. И отсюда следует, что и импрессионисты, и Пикассо, они могут быть востребованы социалистической культурой. Вы поняли? Искусство должно быть понято народом. Его надо учить искусству. Будучи человеком наивным, он все равно был человеком земным. Видимо, поэтому он пригласил смотреть спектакль Галину Сергеевну Уланову. Она была его когда-то его женой, они развелись, но интеллигентные люди, прекрасные отношения остались. Он, видимо, думал, что ее присутствие, ну, как-то смягчит
то, что надвигалось. Но он ошибся. И вот, посмотрев спектакль, они все дружно набросили, что они говорили Юрию Александровичу Завадскому, лауреату всех возможных премий, обремененному всеми возможными званиями. Что они говорили в присутствии этой женщины, которая была одним из символов культуры этого века, которой при жизни единственной поставили памятник, правда, за пределами страны. Вот это все они слушали. Что они говорили и Фросу. Меня они как-то брезгливо игнорировали. Я подготовил речь. Я иногда, умею говорить. Но во время моей плавной речи они, опять же, брезгливо и демонстративно в голос разговаривали между собой. Ну, а потом все закончилось. И чуть позже были и результаты. После этой истории у Анатолия Васильевича Ефроса и был инфаркт. Я думаю, не от этой истории, точнее, не только от этой истории, а от всей предыдущей жизни. И еще там был один момент. Спектакль был очень странный. Вот кусками сцены были замечательные, но все вместе, вот это огромное зрелище, эта фреска, она была как-то слишком длинна. Там не было самого главного, что он так хотел, потрясения. И помню, после этого обсуждения мы шли некоторое время вместе, и он мне сказал, он был очень расстроен. Повторяю, больше всего не тем, что они говорили, а вот этим не вышло. Он мне сказал, вы знаете, это не наша же вина. Мы не сумели их увлечь. Мы не сумели их потрясти. Тогда мне казалось это диким. Я же понимал, что они приехали убивать и разговаривать о том, что у убиенного не так висел галстук. Это же смешно. Но вот сейчас я понимаю, что в чем-то он был прав. Если бы вышло, вот тогда эти люди, даже приехавшие убивать, действительно, они по-другому начинали относиться. У них появлялся вот этот комплекс неполноценности, а здесь они делали это весело, с сознанием права. И вот то, что не вышло, его угнетало больше всего. Повторяю, он был художник. А меня-то как-то и не трогало это. Хотя до тех пор, правда, пока меня не позвали в Московский городской комитет партии. Это был первый раз со мной такой разговор. Там сидел человек, я его до этого знал, назовем его товарищ Е, заведующий отделом. Он мне так сказал, ты знаешь, вот мы здесь так как-то прикинули, ты же старик-бракодел. Ты понимаешь, у тебя уже сняли, мы там Колобашкин спектакль, помнишь, да? Потом снимается кино, в общем-то, практически же сняли. Сейчас вот это снимем, объявим, что приостановили, но считай, что сняли. Значит, на тебя государство тратит все время деньги. Люди работают, воздвигают декорации, ставят спектакли. А по твоей вине, это же не режиссер виноват, это текст, где ты видел всю эту разруху. Вот это все снимут. Ты понимаешь, что ты бракодел? И вот у тебя есть сейчас одна возможность написать четвертую пьесу. Понимаешь? Но это должна быть та пьеса. Ты понял? Потому что иначе
мы поступим с тобой, как с бракоделом. Нет, не думай, никаких этих шумных статей, разборок не будет. Все уже выучились, понимаешь, выучились. Будет указание, такое ЦУ, и куда бы ты ни пошел, и что бы ты ни сделал, и что бы ты ни написал, этого не будет. Ты знаешь, как сундук, а в нем вот моль летает, а ее вот так нафталином сыпят, и потом сундук захлопывает, и она там гибнет. Вот ты понял, да? Мне показалось тогда, что он немножко пьяный, весь этот разговор какой-то немного из Достоевского. По дороге я придумывал множество удачных ответов ему, но тогда я ничего не ответил. Я был подавлен. Но когда я пришел домой, это была ярость. Я тогда вынул лист бумаги и написал тоже из Достоевского. И если я пишу, как бы обращаясь к читателю, то единственно только для показа тут форма. Одна пустая форма, потому что читателей у меня никогда не будет. После этого я написал слово «смешок». Это был мой смешок ему, им. И после этого я начал писать пьесу о Лунине. Вот в издании этой пьесы это все так и осталось. Я начал писать пьесу о, может быть, единственном декабристе, которого они не сломали, который сказал во времена этого надругательства «нет». Я хорошо себя чувствовал, клянусь, хорошо. А Эфрос, он выздоровел после инфаркта. И чем он занялся после инфаркта? Вот ему дали возможность, предложили в Московском художественном театре ставить спектакль. Олег Николаевич Ефремов предложил. Он репетировал днем. А ночью он приезжал в театр имени Моссовета. Потому что все артисты уже были заняты в других спектаклях. И могли съезжаться только ночью. И вот ночью он продолжил репетиции турбазы. В 12 часов по ночам они съезжались. Неёлова, которая уже работала в другом театре, Савина после съемки, отыгравшие в спектаклях этого театра другие артисты. И репетиции шли за полночь, часто до половины третьего. Работал этот человек после инфаркта, потому что он не мог бросить это, потому что он знал какой-то ключик и должен был открыть дверь, потому что он был человек искусства. И они были тоже люди искусства, потому что они были на это согласны. Причем он удивительно поменял артистов. Он осмелился поменять Плята, который играл критика. Он понял, что, ну кто такой Плят? Плят – это человек культуры. Плят – это скептик. И он преследует писателя этого и пишет о нем все эти статьи. Ну что делать? С волками жить, по волчьи выть. Он все это делал с милейшей улыбкой, а ему нужен был Эфросу конфликт. Он понимал, что нужен не скептик, а циник. Нужен вот этот, для которого необразованность есть синоним лояльности. Нужен был новый, который радостно преследует мысль, потому что ему это нравится. Ему нравится унижать этого писателя. В этом его пафос, в этом его смысл его жизни. И когда он каждый раз говорил каждому, выходящему на сцену, а мы только что о вас говорили, и хорошо, он должен был после его ухода в столет кричать «говнюк!» От напряжения ненависти Эфрос нашел такого. Это был артист Иванов, такой плотный, крепкий, и он играл ужасное что-то. Еще он поменял главного героя. Пьесу ставили сразу после отъезда Солженицына. Я думаю, Эфрос, чтобы как-то защититься, понимал, что очень сильный артист на роль писателя, с этими всеми словами «рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют», немного опасен. И здесь, мне кажется, он немножко слукавил. Он взял актера, уступавшего по дарованию вот этим всем гигантам играть писателя. А вот здесь он поменял.
Он мне сказал, понимаете, когда нету вот этой сильной главной личности, начинается то, что я ненавижу, чернуха. А нам нужна идея, нужен человек, который может стоять на сцене, и мы видим, что он грезит, что он думает. И он назначил на роль писателя Маркова. И вот они все, повторяю, ночами съезжались, репетировали, и ничего не выходило. Было все то же. Каждая парная сцена была потрясающей. Но когда все это было вместе, это было по-прежнему длинно, скучно и, главное, непонятно, и, главное, не действовало. И перед отпуском в театре он заболел. Он, видимо, не выдержал этого напряжения работать день и ночь. Он не пришел. Но актеры собрались, и был какой-то счастливый случай, когда можно было репетировать днем. И в зале сидел, он посещал, по-моему, все репетиции, тогда молодой режиссер Роман Виктюк. И предложили ему быстренько, ну просто, чтобы не расходились актеры, провести репетицию. И, видимо, он понял. Он понял, что я написал пьесу не о провинции. Провинцию я не очень знаю. Я написал под видом провинции пьесу в московском ритме. Они, что такое провинция? Это то, что здесь сейчас, там завтра, то, что здесь завтра, там через месяц. Так она живет. А здесь ритм был бешеный, мгновенный. И когда актеры вышли на сцену, я помню, он сказал, вы знаете, надо побыстрее нам как бы закончить репетицию. Что же, Анатолий Васильевич, нет, давайте играйте очень быстро. И они начали играть быстро, и все стало понятно. Я думал, что мне просто кажется, все стало безумно интересным. На следующий день пришел Эфрос и сказал, помню, при начале, ну, давайте быстро. Потом из зала послышался его голос еще быстрее. Потом послышался его голос быстрее через невозможно. И все стало поразительно. Вот все, что он взрыхлил, вот все, что он разработал, все эти сцены, все это невероятно было интересно. Это все как в калейдоскопе мгновенно менялось, и получалась какая-то фантастическая фреска. И он ко мне обернулся и сказал, как же все просто. Я понял жанр, сказал он. Это улица в 2 часа дня. Здесь все важно. Там человек потерял монету, обронил. Там двое ссорятся, у этого случился сердечный приступ. Все важно и, главное, очень быстро. Все были счастливы. Он сказал, взлетело. Режиссер и писатель – это всегда брат мой, враг мой. Когда получается брат. В этот момент он меня любил. И он повторил, взлетело. И больше никогда не возвращался к этому спектаклю. Осенью актеры пришли, думали, будут репетиции. Репетиции не было. Тогда я думал, я не любил его за это. Я не любил. Это было такое зрелище. Я считал, что это необходимо показать, потому что это был урок, вот как работали эти артисты. А сейчас я его понимаю абсолютно. Он был прежде всего художник. И его интересовало вот открыть ключиком эту дверь, потому что он понимал, что он это знает. И когда свершилось, когда взлетело, что там было дальше? Дальше ходить, пробивать эту пьесу, уговаривать этих дураков, почему ее надо выпустить. Дальше нужно было железное сердце. А он знал, у него его уже не было. А в это время как раз и случилось. Дело в том, что у нас есть такой закон. Хозяева беспощадны к слугам, когда они становятся не нужны. И, видимо, где-то там,
скажем, в лучезарно далеком высоко, хозяин Москвы обратил внимание на некоторую излишнюю ретивость своего подчиненного, который старался быть куда большим роялистом, чем сам король. И вот оттуда и последовала эта Зевсова молния. И лишился своего поста товарищ Я со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ему он не просто лишился, было объявлено, что он, видимо, ссорит партию с интеллигенцией. Поэтому ему было велено извиниться, что ли, загладить свои вот эти промахи. И меня вызвали в числе, видимо, многих в Московский городской комитет партии, где сидел совершенно неузнаваемый товарищ Я. Он был какой-то необычайно благостный. В углу сидела дама. Он сказал: не обращайте внимания, это стенографистка. Дело в том, что вот у интеллигенции есть какая-то такая привычка переиначивать мои слова. Поэтому вот, чтобы все было точно, она там сидит и записывает нашу беседу. Наша беседа была невероятна. Он сообщил мне, что все, что он запрещал, теперь он разрешает. Разрешили мне и Лунина, и разрешили мне беседы с Сократом. Впоследствии вот как раз товарищ Я и придет на Лунина. И потом пойдет за кулисы. Он окажется очаровательнейшим человеком и очень хорошим зрителем, когда он был не при исполнении служебных обязанностей. Итак, премьера пьесы «Беседы с Сократом» должна была состояться вот здесь, в этом зале. Я был счастливый. И на улице я встретил писателя, своего знакомого. Он находился тогда, как говорится, говорили, в отъезде. Готовился эмигрировать, и у него было разрешение. Он спросил, как дела, что пописываем. Я рассказал, что вот такой счастливый оборот дела. Скоро премьера. 6 лет не разрешали пьесу. Я перечислил всех действующих лиц, из-за которых не разрешали. Он сказал: слушай, а как интересно, тебе из-за Сахарова, да, так долго не разрешали, а ты не хочешь позвать его на премьеру? Это было совершенно неожиданно. Он сказал: ты не волнуйся, я сам передам ему билеты. Ты дай билетики, а я его позову. Представляешь, как будет это интересно? И я подумал, как это будет замечательно. Вот появится Сократ сначала среди афинян в зале перед появлением Сократа на сцене. Каково представление должно было быть? Я дал ему билеты. Я понимал, что это очень нехорошо, что бедное руководство этого замечательного театра наверняка пострадает. А кто дал билеты, выяснить вообще легко, потому что все нумеровано, все места, все расписано, билетов никаких ни у кого нет. Но я повторяю, не мог отказать, я 6 лет ждал, я заплатил. И я стоял на балконе и ждал его. И повторяю, он появился в этом переполненном зале, я ждал, когда он достигнет тех мест, где сидели вот все они, вот эти министры, там все они были. И вот сейчас он должен был пойти между ними, мои места были там, между ними. И я думал, вот что будет, как они отреагируют. Ну! Я ждал, что, наверное, постараются не заметить, но кто-то, конечно, покажет лицом осуждение. Ничего подобного. Здравствуйте, Андрей Дмитрич! Андрей Дмитрич! Они все махали ему руками. Они приветствовали его. Конечно, они делали это перед семьями. Они хотели показаться независимыми. Ну, в конце концов, то, что говорил он, ведь это было правда, это приходило в голову им. Просто они молчали, а он говорил. Они же его уважали.
Ну, собственно, что произошло? Многократный герой социалистического труда, академик Сахаров, появился в зале всего лишь. Но, придя домой, я подумал, нет, это не египетская пирамида, это власть. Ей уже отпущен срок, если даже ее вожди вот это делают. И тогда я сказал себе, может быть, те книги, которые я тогда задумал, и о Сталине, и об убийстве Николая II, ты увидишь еще при жизни. И с того времени я непрестанно двигал вперед эти рукописи, потому они будут готовы сразу, тотчас, после того, как случится перестройка. И тогда же я записал в дневнике слова из Евангелия. Это были слова о неизбежной гибели того дома, который построен не на Слове Божьем. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И тогда же в дневнике я написал дату предполагаемого великого падения. 20 лет я дал ему и записал. 95-й год. Но до этого надо было дожить.